человек приспосабливается ко всему. И ногой сейчас практически то же самое, что и руками делала раньше. То есть рисую, делаю макияж, кушаю. Линия жизни для Олеси – это когда в карандашных линиях и есть вся жизнь. В 13 лет судьба провела свою грубую черту. Девочка лишилась обеих рук. Об этом она говорить не хочет. Скупо произносит одно слово – авария. Маме тогда сказали, вряд ли выживет. Однако она выжила. Ногами научилась сначала есть, а потом рисовать. Ну а что, сложить, как сказать, ноги, руки, да, мысленно, и сесть, и все, я не хочу жить, и вообще. А зачем? Почему? Я же такой же обыкновенный человек, нормальный, как и все. Со всеми же людьми может случиться что-то. Ногами она рисует по несколько часов в день. Чаще на холсте появляется лицо самой Олеси. Смеется, она самая преданная, своя же натурщица. Другие позируют неохотно. Ну, если бы охотно, у меня было бы работ больше, кроме себя еще. Я, по крайней мере, постоянно натура. Я могу себя в любой момент нарисовать. И самый беспощадный критик она же. Я не люблю свои работы, потому что я считаю, что они низкого уровня. Особенно, когда что-то там происходит такое в душе плохо, как-то не хочется рисовать. Сейчас, говорит, многие чувствуют карандаш почти как пальцы рук. Ее работы выставлялись как в родном городке Свободный, так и в княжестве Лихтенштейн. А недавно в Швейцарии художница стала лауреатом конкурса «Филантроп», в жюри которого был Сергей Михалков. Однако даже просто жить оказалось это целое искусство. Мое творчество в моем городе не нужно. То есть я не могу там зарабатывать деньги своим творчеством. То есть а как я могу жить? На пенсию, которую нам государство платит, я не смогу жить на нее. А недавно у Олеси появилась мечта. В Испании один хирург сделал операцию женщине по пересадке двух рук. Вот, и я списалась с этим доктором. И он как бы сказал, приезжайте на обследование. Однако друг по переписке, он тоже без рук, стер эту мечту, как она ластиком стирает неправильную линию. Он за 10 минут того, что он там побыл, он заплатил только 150 евро, просто чтобы поговорить с этим доктором. Так что я как бы сначала заинтересовалась, а потом поняла, в какую сумму это может, даже обследование. Сейчас у Олеси другая мечта – уехать из Свободного и начать своими картинами зарабатывать на свободную жизнь. И твердо стоять в этой жизни ногами.